Всем привет, ребятки! Меня зовут Споди Дедро, и мы играем в нового красного шарика. Так, Редбол, как-то там дальше назову. Ай! Чё, ты чё творишь? Чё ты мне тут хочешь сделать? Так, ну-ка, пистолет, срочно. Эй, а как это мы так прилипли? Прикольненько. Так, только стрелять мне теперь нечем. Не-не-не, дружочек, ты мне тут не надо, не мешай. Оп. Хорошо. Тут успели. Фух, теперь нужно подождать, подождать, подождать. Получи. Все. Ай! Что это такое? Ну-ка, уйди, злодей. И этого тоже. О, какая-то маленькая муха нас победила. Ну-ка, иди-ка ты. Ай-я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 й. Я сейчас всех расстреляю, получайте. Ой, ребят, это какая-то суперсложная игра. Прям вот вообще. Так, муха, ты где? Ладно, мухи нет, можем убегать. А ее нет, наверное, потому что мы в нее попали. Да, мы же на нее сверху напрыгнули, и все, муха раздавила. Red Bull Rush называется игра, ребятки. Кто хочет, конечно, поиграет. Так, готово. Монетки собраны. Так. Наверное, ух ты. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Где у нас муха? Муха. Вылазь. Все. Расправились мы с ней. Так. Под контролем пока что все. Там, кстати, был изумрудик. И мы, наверное, его сейчас заберем. Прикольно, можно так прыгать. Так, а вниз как мне отправиться? Вот так вот надо это было сделать. Нет, 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 сумасшедшая муха, отстань! Муха. Чё ж она творит, эта муха? Так, у нас еще не хватает двух алмазов, как я вижу. Значит, их нам нужно найти. Тут их нету. Пью-пью-пью-пью-пью-пью. Так, где мой алмаз? Я не понял, куда мой алмаз спрятали. Ну-ка, дали мне алмаз мой. Тут никого нету. Пух. Пух. Так, это было очень страшно. И тут нету алмаза. А где он тогда? Так, ну точно не в колючках. Точно не в колючках он находился. Но сейчас мы его найдем. Сейчас мы его отыщем, ребят. Я сказал, сейчас мы его отыщем. Ага, вот ты где, да? Так, нет-нет-нет, я хочу наверх. Фух. Все, ребят, у нас есть все алмазы, и мы прошли этот уровень. Ю-ху! Что? Откуда они взялись? Какой ю-ху? Не попали. Эй, чё? Чего? Это как? Что делать? Да, как я понял, пришлось просто начать уровень заново. Ну, с одной стороны, это и хорошо, как бы. Сейчас монетки тут пособираем. Я уже даже примерно помню, где что было. Так, и по-моему, на эту стрелочку нам тоже можно, да, залезть? Эй, почему он не прицепляется? Так-с. Так. Угу. Берем наш пистолетик.
Камешек уже так не особо пригодится. Ну что, да как это выходит вообще? Я же в эту муху стрелял сразу. И у нас сразу проигрыш. Опля. И мы вновь тут появились. Так. Получай. На этот раз не так все легко тебе будет. Так, потому что я тут немного настроил управление. И теперь удача будет на моей стороне. Есть. Такс. Такс. Опля. Кто это тут к нам летит, прожора? Хочет меня сожрать, да? Нет, я тебе так не дамся просто. Так, чё ты творишь? Где базука? Ай, бежим от него! Так, тут алмазики, у нас все равно одного не хватает каким-то чудом. Даже не знаю, где его искать. А, вот он где, и базука мне нужна была. Там же камень, по-моему, где-то был, да? Пойдемте камень искать. Срочно. Камешек. Вот он, камешек. И что? Вы хотите сказать еще один алмазик? Так у меня есть один, зачем мне еще один? Ух ты, как это было близко. Ты что хочешь получить? Ладно, ладно. Отправляемся в телепорт. И нас ждет 7-й уровень, ребята. Попробуем, что будет у нас в туточке. Туточки у нас опять куча монстров. Та, которая на колесике тут катается. Так, вот эти мухи. А ну-ка, иди сюда. Давай, 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 иди сюда, прожора. Ну. Чё, все? Давай, 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 давай. Привлекаем внимание ее. Отлично. С помощью нее мы залезли наверх. Так, чё за... было, как этот ящик мог не помешать, какой-то невидимый, тем более. Оп. Ну, вы представляете. Фух, это только начало. Thank you.
Thank you.